ключевым проектом консалтинговой компании «Верное решение», это как раз сосредоточиться на сфере производства продукции в Китае. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, единомышленники. Всем признательны за возможность пообщаться с вами и дать все наши предложения. Мы назвали тему нашего сегодняшнего выступления «Переориентация государственной программы». Мы реалисты, мы понимаем, что создание, исполнение правительства на создание новой государственной программы не стоит этим начать заниматься. Мы говорим о некой переориентации, как это, ну, допустим, у автомобилистов опции, да, некая галочка, чтобы была в каждой программе. И если, значит, производители используют термин «халяк» и хотят ему соответствовать, да, у них должна быть какая-то преференция, деньги, поддержка, продвижение, экспорт и так далее. То есть вот мы немножечко об этом. Я надеюсь, не надо останавливаться на термине «халяк». Я думаю, хотя бы в общих чертах, собравшимся, наверное, значение этого термина, я сегодня глубоко об этом не буду. Если нет, смело поднимайте руку, там несколько слов скажу. Значит, я думаю, что мало кто, наверное, будет оспаривать о том, что, ну, скажем, советский ГОСТ — это было хорошо. Дело в том, что я тоже застал этот период, мы кушали продукцию, изготовленную под маркой «Советский ГОСТ», и не боялись, собственно говоря, не попасть в больницу, не ухудшить здоровье, все такое прочее. Да? По ряду независящих от нас причин ГОСТ, к сожалению, сейчас производители могут его не придерживаться. Да? Но, тем не менее, мы понимаем, что все-таки мерилом какой-то, тем более международной торговли, раз мы в рамках форума обсуждаем, должен быть какой-то стандарт качества и какие-то критерии. Да? Потому что, ну, если из области очевидного, естественно, экспорт пригоден, вообще пригоден для торговли, но только качественный товар. Тем более, что мы с вами живем в такое время, что критерии цена-качество уже как бы не многих придумал, да, достаточно давно. То есть вот это вот как бы соотношение. Оно важно, и чем больше, тем больше мы наблюдаем как результат и тренд о том, что потребитель кошельком все-таки голосует в пользу качественных товаров. Потому что время какого-то, не знаю, там, сумасшедшего импорта или всего, что подряд, оно проходит. То есть потребитель становится разборчивым, и на уровне потребителя, скажем так, как индивидуум человека, да? И когда мы говорим о каких-то больших объемах, с одной стороны, я опять же слышу это на форуме, часть субъектов, которые называют себя производителями продукции, сейчас ищут выходы на рынки. И с другой стороны, другая часть субъектов, которые называют себя потребителями, уверяю вас, я думаю, это тоже аксиома, да, ищут качественный товар. И, собственно говоря, мы все, наверное, здесь собрались обсуждать тему, какие должны быть инструменты, да, и что у нас есть для того, чтобы они встречались, собственно говоря, спрос предложения. Да. Особенно, ну вот, например, мамы, наверное, не дадут соврать, давно уже критерии качества для детского питания, а сейчас, тем более, если мы говорим о таких национальных инициативах, как спорт, питание молодежи, подростков, спортсменов, все это, естественно, требует как бы качества. И еще один момент. Дело в том, что сам факт того, что внедрить ГОСТ в рамках отдельного государства и межгосударственного сотрудничества, это реально, мы это видели на примере Советского Союза. Точно так же, в принципе, я считаю, что внедрить какой-то другой стандарт качества, а мы, например, в качестве одного из вариантов предлагаем стандарт, например, халяль, да, в силу, опять же, некой раскрученности, многие уже воспринимают стандарт халяль как некую бренд, составляющую как визитную карточку государства, да. Это уже, ну, для тех, кто придает значение самому как бы слову халяль, для кого это теологически там важно, да. Вот. Соответственно, ну, например, если несколько раз самолично рассказывали, мне, да, спрашивали в Турции, а у вас как мясо халяль, и, в принципе, может, вы не спрашивали. У нас по определению все мясо, баранина, птица, ну, понятно, что свинина, мечная, все это халяль, да? И поэтому внедрение стандарта качества, как международного мерила торговли и критерии, да, это реально. Соответственно, мы его так вот проанализировали, собственно говоря, на сегодняшний день совпадают все цели всех участников этого процесса. Да? Возьмем, допустим, цели потребителей. Да? Понятно, потребители из числа верующих. Они хотят употреблять пищу халяль, требуют соблюдения стандартов качества и теологических норм. Что интересно, последние несколько лет наблюдается тренд, что потребители из числа не придерживающихся, да, допустим, ритуально таких, ну, нейтрально относящихся, вот так вот, как бы, так сказать, толерантно назвал, да, нейтрально настроенный группа потребителей, вот, необидная термин, из числа не мусульман. Важно что? Даже, может быть, и не важно, что это халяль, а важно, что есть определенный стандарт качества. Например,
скажем, генномодифицированных добавок в продукте. Да нет, конечно, это хорошо, их отсутствие, да? Отсутствие лекарств, там, не знаю, пенициллина, все такое прочее, да, инородных каких-то добавок и прочее, прочее. Это все достаточно хорошо. Поэтому отмечаем положительный тренд, что даже потребители числа не мусульман голосуют за халяль. Точно так же это происходит сейчас с этим понятием, как, например, в свое время в мире распространено кошерное. Это значит качественное. Это знак качества сейчас уже даже больше. Это уже как бы не ритуальное, не традиционное, религиозное, а уже стандарт качества. Да? Посмотрели, например, цели тех же самых сельского населения и сельхозпроизводителей, они тоже совпадают. Выращивание, откорм. Мы сейчас наблюдаем, собственно говоря, жесточайшую нехватку, возрастающий рынок спроса на качественную продукцию растениеводства и животноводства. Собственно говоря, идут в сельское хозяйство всего потенциальные покупатели, потребители от малого большого до объема. То есть спрос есть. С точки зрения государства, государство в чем заинтересовано? В сохранении рабочих мест, в переломлении тренда опустошения сел, в получении качественной продукции, да, то есть здесь и возврат молодежи в село, и та же самая импортная независимость, как бы уже не избито было слово, да, вот это продовольственная безопасность, это все в одном тут. И к тому же имеются на сегодняшний день для внедрения любого стандарта качества международного образца, например, вот, как вариант халяль, да, все необходимые условия. Например, есть система стандартов, есть сертифицированная сертификация, есть контрольно-надзорные органы, которые уже осуществляют эту тему в своем масштабе, да, контроль за соблюдением этого. Есть еще и гражданский контроль. Честно говоря, больше всего верю в гражданский контроль. Потому что любой институциональный контроль просто выполняет, собственно говоря, свою задачу поставленную. А гражданин, он потом это все будет кушать. Поэтому лучше контроль, чем гражданский, нет. И, собственно говоря, что еще? Выселение входного контроля в госмуниципальных закупках, когда мы говорим о снабжении детских садов, школ, оно тоже возможно. Это вопрос совести, соблюдения своей должностной дисциплины и, опять же, как сказать, правового поля. Да? То есть, собственно говоря, а дальше немножечко, вот несколько слайдов, просто поскольку мы в теме переработки сельхозпродукции достаточно глубоко и создание инструментов для переработки, для выращивания, несколько моделей. Они на самом деле существуют, они не придуманы. Да? Мы все знаем, что есть у нас модель кооперации, да? Когда, собственно говоря, укрупнение масштабов и все цели соответствуют. У нас есть модель фермерские цеха. Фермер дороже до переработки своей продукции, а он не всегда ее сам перерабатывает. Да? Значит, он просто продает сырье. А если он дороже до переработки своей продукции, он заинтересован в чем? В любом цехе, в цехе по переработке, по упаковке, сушке, мойке и так далее. Динамичнее, чем вы думаете. Есть для так называемого комплексного заказа, когда несколько фермеров пришли к главе и сказали, дай нам землю, помоги ввести газ, электрику, воду, мы хотим заниматься производством. Да? И когда они приходят по отдельности, у них рано или поздно возникает коллективный заказ. Друзья, давайте я как собой товарищ подведу одну большую трубу газа, воды, электрики, вы между собой договоритесь работать в соседстве, все называется промышленный парк. Тоже термин известный. И государственные органы, у них есть и стандарты, и нормативно-правовая документация, и законы, что самое интересное, есть и средства финансовые, да, я там кое-где еще перечислил, и резолюцию тоже писал. Есть инструменты финансовой поддержки создания фермерских цехов, есть государственные ресурсы на строительство инфраструктуры, то есть сетей коммуникаций, зданий для этих самых объектов сельхозпроизводства, да. Есть, собственно говоря, финансы на строительство самих объектов приобретения оборудования. Мы, собственно говоря, за что? Зато, если производитель декларирует, что он собирается придерживаться стандарта халяль, он должен получить некую преференцию. Но, опять же, это при условии, что государство, а я считаю, что это реально, выражает свое мнение о том, что оно готово взять на вооружение какой-то стандарт качества, например, халяль, и придерживаться, и защищать, и протекционистскую политику собственных производителей проводить, да? И, собственно говоря, защищать от давления крупного, среднего бизнеса от крупного, малого от среднего, микро от малого и так далее. Да? При наличии такой государственной политики это все на самом деле реально. Более того, можно обеспечить контроль себя. Ну и немножко вот таких вот как бы стартовых условий, цифры. Вы знаете, у нас достаточно низкая доля переработки продукции. Берешь любую статистику, смотришь количество переделов переработки продукции в России, смотрите, там практически в два раза ниже, чем. То есть мы привыкли продавать.